В том, что Куликпаев убийца и должен за это ответить, сомнений ни у кого не вызывает. Но некоторые правозащитники заявили, что после этого процесса осталось много вопросов. В частности, почему действия подсудимого были квалифицированы как теракт, а не умышленное убийство. Та же самая часть 2 статьи 99 Уголовного кодекса «Умышленное убийство» тоже содержит те же самые действия убийства двух и более лиц. Убийство лиц в связи с их профессиональной или общественной деятельностью, ну что может касаться вот сотрудников полиции, которые были убиты. Более того, существует также в этой же статье специальный мотив – убийство, совершенное из религиозной ненависти.